Если вы хотите купить обувь из натуральной кожи, но при этом за мало денег, смотрите лучше сторисы до конца. Я приехала в магазин Чевляр, я уже была там, посмотрела ассортимент, и цены на обувь, ну, реально классные. Сейчас вам все покажу, особенно кожа, зима, это просто бомба. Сам магазин Чевляр находится прямо в центре Минске, вот там находится станция метро Молодежная, и вот вход. Показываю вам осенние ботиночки. Это все полностью натуральная кожа. Цена зависит от размера. Например, такие стоят от 119 рублей до 139. Эти ботинки стоят от 85 рублей до 110. Лаковые ботинки на шнуровке 121,50-150 рублей. Для малюток здесь размеры с 23 по 26, цены от 42 рублей. А на зимнюю обувь из натуральной кожи здесь цены бомбы, с учетом того, что здесь 80% шерстяного меха. Стоимость от 99 рублей, такие стоят 129,50. Есть еще такой вариант ботинок в сером цвете и бордовые. Цена 131 рубль. В этих ботинках зимой вы точно не замерзнете. Стоит они 115,90-132,60. Есть еще такие зимние ботиночки, вы останавливаете пальчиком. Смотрите, цены от 108 рублей 70 копеек. Газовую обувь вам и на подростка, потому что здесь она тоже есть. Цены от 89 рублей 40 копеек. Не детская обувь от 67 рублей. Здесь есть и сапожки, и ботинки. Чекайте график работы. Он у меня на ладошке. Работают они только в будни с 10 до 18.00. И слушайте, я там присмотрела себе зимние ботинки. Просто дождусь зарплаты и за эту реально куплю. Потому что 80% шерстяного меха плюс натуральная кожа 100 рублей. Ну, цены ж во огонь. Поэтому запоминайте адрес и приезжайте.